А коленочка не болит? Нет. Не болит. А если я то же самое делаю левую ногу? Нет. Куда мы едем? Очень жуткое место. Поэтому Милана так разоделась, как прям вот так вот, по разноцветному, с ярким вариантом. Нет, там, короче, нужно через нос, трубку в горло и разговаривать и петь, и это все не под наркоз, короче, это жутко. Одним словом, мы едем к фониатору, врач, который проверяет голосовые связки. А, и, кстати, у меня новая стрижка. Пишите в комментариях, как. Так, короче, ну вы поняли, мы уже побывали в кабинете у врача. Милана все-таки дала все процедуры провести, хотя очень-очень не хотела. Теперь мне мама должна купить тортик в Аладдине. Мы самые так, любимые. Так, подожди секундочку, моя дорогая, больно было? Давай по-честному. Когда промывали это вот, было не больно, а просто в конце, когда уже хотелось что-то делать, такая плохая. Вот так вот было. Ну больно же не было. Нет. Кто истерил? Подожди. Да кто олдые знают, когда мы часто ходим к врачу, все знают, что в конце Милана такая... Ну да, было не больно. Да, и все знают олды, что он сначала у нас вот так, да? Ну как, ты рада, что закончилось твое испытание у фониатора? Сейчас еду в Аладдин заказать тортик. И мой любимый. Как вы думаете, какой мой любимый лимонад в Аладдине? Какой? Мой самый любимый лимонад в Аладдине – это манго-маракуйя. Да. Короче, если мы берем диагноз, то по диагнозу от врача. Значит, у Миланы с миндальными все хорошо, с складками вот этими буккальными все хорошо. Единственное, есть небольшие пробки, будем промываться. Тебе понравилось промываться? Не-а. Не-а. Ну, вот сказали, будем промываться. Вот, но почему, собственно, мы изначально пошли к фониатору? Потому что у Миланы болело горло при занятиях вокалом. Ну и да, сейчас, так как мы рядом, и это удобно, мы едем в наш любимый Аладдин. И мы сегодня туда позвали наших бабушку и дедушку. Будем сегодня их там кормить. Так, ну что, мы встретились с нашим мальчиком, подходим к нашему любимчику. Милана показала Данюшке любимое место. Кстати говоря, Данил, ты первый раз здесь. Да. Этот ресторан очень прикольный, но здесь нет одного человека. Да, потому что все сейчас заняты в школе. Так что, ребят, бегом-бегом после школы в наш ресторан. Он очень крутой. Вот так вот часто можно увидеть Милану в Аладдине. Так что, кто там хотел с нами встретиться? Почаще заходите, забегайте в Аладдин. А мы решили с Димой и с родителями сесть на улице, заказали. Сейчас будем вкусно кушать. Вкусно вам? Приятного аппетита! Спасибо. Заключение хорошего ужина или там обеда. Ой. Это вкусный десерт. Обязательно в нашем ресторане вы должны брать вкусный десерт, потому что без него мы никак. Ну вот, теперь сыты, довольны, идем гулять. Благо, находимся в центре. Буквально вот 3 минуты пешком, и мы дошли до набережной, вон там. Сейчас пойдем по набережной, по красивой, погуляем. Милана Даша руководит. Та-дам! Фотограф. Кстати, прикольное, красивое место. И, кстати, по-моему, скоро дождик начинается. Дождь собирается? Ну! Нет, Дима, небо голубое. Пойдем. Ну и совершенно логично, что мы дошли до парка Новодевичьих прудов. Дети потерялись уже где-то вот там, Данилыч. Я его вижу, а остальные не знаю где-то. Смотри аккуратно. Дайте, где-то несколько раз попробовал, силы экономить.
Данил хорошо делает? Давай. Ты сейчас пойдем, пап, я тебя сейчас так... Не отвлекайся на папу. А у нас тут тем временем произошел стрессоколотун. Данилыч залез на верхнюю часть и свалился с нее. Как ты? Короче, все, у нас минус один ребенок. Смотрите, какая тут плямба. Ой, и здесь... Нет, смотри, сильный. Короче... Сейчас, короче, на самом деле, все меня обвиняют, но я просто... Ну, не среагировал. Я прям рядом с ребенком стоял, да, но я не знаю, просто реакция Милана на меня наезжает, что... Как так можно? Я сидела на квартире, я увидела, что он одной рукой начал держаться. Папа с мамой стояли в миллиметре. Как они просто... Я просто не успел среагировать, я тебе говорю. Как так можно? Он висел там минут 10 вот так. The next day. Молодец, молодец. А теперь покажи, пожалуйста, давай, может, туда зайти по стене. Ну, нога болит, я смотрю, ходишь, что бодро. Когда наступаешь, болит что-то здесь плохо? Где болит? Косточка, да? Да. Вот. На... А, повыше, это таз уже даже, не бедро. Да, да. И больно на ступеньках, да, Данил? Можешь даже не снимать лапу, на спинку поворачивайся. Ага, ага, ага. Расслабляй. Он мне больно. Где? Здесь. Внутри, да? Вот так вот. 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 А коленочка не болит? Нет. Не болит. А если я то же самое делаю левой ногой? Нет. Крутится хорошо, да? Да. Угу. В общем, вы поняли, мы приехали в больницу. На самом деле уже на следующее утро, то есть мы наблюдали дома, как Данька спит. Данька спал хорошо. Идеально. Вот, поэтому, но утром немножко подхрамывало, поэтому мы решили все-таки сделать рентген, немножко подстраховаться, поэтому сейчас приехали в больницу в ближайшую, которая здесь вообще свободная была в это время. Сейчас будем делать рентген, я надеюсь, все хорошо. Да. Вот у нас синячок на лбу остался небольшой. И на ноге где-то. Где-то было. На ноге где-то здесь. Где-то сбоку было у нас. В общем. Вот, вот это. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на рентген? Да. А, вот, мы... мам, это, да? Наверное. Пойдем на рентген? Короче, мы все, сделали все рентгены. Данилы